Друзья, у меня для вас подарок. Он будет в шапке канала и описании. Если вы не робот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Игорь Петренко часто появляется на экранах как актер или участник телешоу. Почти никто из зрителей не заподозрил бы его в убийстве человека. Однако артист сам решил рассказать об этом. Когда ему было всего 14 лет, он оказался втянутым в конфликт своего друга и незнакомых людей. Очевидно, что ни к чему хорошему эта ситуация не привела. На стрелке завязалась драка, и товарищ актера убил человека. После всех судебных разбирательств артиста признали виновным в соучастии и приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Этот опыт не сломал Петренко. Он смог поступить в высшее театральное училище имени Щепкина, а после успешного выпуска играл в Московском малом театре. Актер преуспел и в личной жизни. Сейчас он женат на Кристине Бродской и воспитывает 3 дочерей. Друзья, у меня для вас подарок. Он будет в шапке канала и описании. Если вы не робот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.